Зависнул немножко. Спасибо. Здравствуйте. Продолжаем практику. И настройку я вот как вчера в настройке буду лишь обозначать основные этапы, которые я предлагаю, соответственно, в этой настройке. Дальше уже каждый сам или сама вы как-то располагайтесь в ней. Хорошо. Итак, начнем со своего состояния, с его какого-то видения, чувствования, замечания. Затем по звуку гонга пересечем формально границу нашей практики, пойдем дальше. Мы можем начать с позы, почувствовать ее, если нужно как-то поправить. Затем уделим внимание внешнему пространству, просто оглядим его, как-то соотносясь с ним. В какой-то момент можем посмотреть перед собой, отпуская взгляд, позволяя ему расфокусироваться немного. И просто вспоминая о пространстве, которое есть над нами, по бокам, сзади, со всех сторон, чувствуя под собой опору. Вот мы таким образом можем дети чувствуют, что мы здесь. В какой-то момент можем позволить глазам закрыться ненадолго. Заметь, что меняется. Несколько раз вздохнуть. Отпуская выдох, а вместе с ним какие-то лишние напряжения, может быть, едва заметные. Опустим внимание в таз, немного побудем с этой зоной. Отпуская вес тела на эту поверхность еще больше. Поднимемся к макушке головы, как будто бы ее подвешивая, утапливая подбородок в горло. Замечая разницу с предыдущим опытом. Соединим вместе макушку и таз, покачаемся немного вперед-назад и стороны в сторону, находя это чувство центральной оси, вертикальной оси. И соберем все вместе. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушка очень мягко стремлена вверх, подвешена скорее. Все остальное стекает вниз. Плечи, руки, живот можем отпустить еще. Дадим себе несколько мгновений, чтобы так разместиться чуть лучше, чуть полнее разместиться в этой форме.
Дыхание. Здесь же движется. Если вы следуете моему ритуалу, предложенному, можем положить одну руку на грудь, другую на живот, почувствовать этот контакт. Вспомните о своей мотивации к практике и посвятить вот это время, эту практику чему-то значимому для вас. Положим руки удобно опять. Можем еще раз пройти по основным зонам. Таз, прямая ось внутри, макушка мягко подвешена, подбородок немного утапливается, плечи стекают за руками, за весом рук. Живот мы тоже отпускаем. Дыхание течет здесь же. Пройдем по отдельным участкам, замечая, что в них меняется, пока мы с ними остаемся. Глаза. Мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть, ее вес. Язык. Лицо, все лицо, кожа, мышцы. Затылок, шея, плечи. Руки, как они лежат спокойно. Спина, дыхание в спине. Грудная клетка, дыхание в ее объеме. И солнечное сплетение живот.
Промежность ягодиц, еще раз вес тела. Ноги от тазобедренных суставов к стопам. И все тело как единое целое. Еще раз, каждый раз, как бы заходя вот так в эту форму вниманием, можем чувствовать, как сейчас. Как это сейчас переживается, чувствуется эта форма, и как она действует на общее состояние ваше. Тут же в этой форме течет дыхание. Мы можем быть с ним, как оно есть, не пытаясь его менять специально. Скорее просто следовать за его изменениями, как оно хочет само меняться. Да-да. Мы объединяем в один канал телесный все ощущения, чувство формы, поза и дыхание. Можем просто пребывать с этим, чувствуя саму какую-то естественность этого, этих ощущений. Они возникают, длятся, исчезают, меняются, движутся. И нам не нужно совершать каких-то специальных усилий, чтобы это происходило. Лишь можем оставаться с ними. Затем добавим слушание, замечая, что оно тоже уже происходит само по себе. Тоже отпустить себя в него, в это слушание. Звуки приходят и уходят. Мой голос, другие, может быть, звуки. И само пространство. Слышание. Слышание тоже без усилий может происходить. Глаза, если вам хочется, если вам как-то так с этим лучше, можем приоткрыть, смотреть расслабленно, ни на чем не фокусируясь. Тоже замечаю, что смотрение, видение просто происходит. И осознавание всего этого происходит само собой. Просто замечать, что меняется. Если мысли приходят, и также приходят сами, можем их замечать. Если же вы заметите, что в какой-то момент уже внутри какой-то истории, в этот момент можем ее тоже отпускать, возвращаясь к видению, слышанию, чувствованию. Простому акту сидения. Мы только сидим, ничего больше. Хорошо, давайте так посидим оставшееся время.
И близясь к завершению, можем еще раз почувствовать, как мы сейчас, как повлияло на нас вот это время практики. И как чувствуя, осознавая вот это текущее состояние, предлагаю еще как-то осознать, почувствовать, какое из этого состояния рождается отношение к жизни, к миру, к себе. Есть ли какие-то особенности в этом отношении? Соответственно, если вы следуете этому ритуалу, можем опять положить одну руку на грудь, другую на живот. Вот вы через этот жест символически собираем плоды практики. Если вам это не подходит, то не делайте этого. Если этого жеста снова. В любом случае мы можем, чувствуя себя сейчас, подумать, что из этой практики можем переносить в повседневную жизнь, что может быть полезного здесь, может быть, не полностью, какие-то аспекты. Может быть, через какие-то регулярные остановки и прислушивание к жизни. Какие-то паузы время от времени. Памятование о теле, о форме, о позе, о дыхании. Памятование об отпускании лишних напряжений. Памятование о чувстве опоры. Может быть, что-то прямо сейчас видится, как там можете уже знать, что можно делать в повседневной жизни. Может быть, сам вопрос останется с нами время от времени в этой самой повседневной жизни, может как-то снова возникать и возвращать нас к каким-то аспектам вот формальной практики. В неформальной жизни. И завершить я предлагаю, как обычно, практикой благодарности, просто сначала поблагодарив нас друг друга за это со-бытие, совместность здесь, поддержку друг друга в этой практике, в этом пути. Спасибо вам. Затем можем вспомнить, повспоминать немного своих близких, кто поддерживает нас на наших путях по жизни. Просто послать им такую внутреннюю благодарность прямо сейчас. Также вспомнить тех, кто были с нами раньше и кого сейчас нет в нашей жизни. Просто чтобы чуть больше так увеличить объем, что наша жизнь
Это и то, что происходит сейчас, то, что было раньше. Все это вместе. Вся эта река жизни. Можем сказать спасибо всем, кто был раньше, потому что они по-прежнему с нами в нашей жизни. Также я предлагаю поблагодарить учителей, кого вы считаете учителями, кто повлиял на вас, на ваш путь. И продолжает влиять. Если они, эти люди, когда-то повлияли, они продолжают это делать сейчас. Также я предлагаю поблагодарить то качество, которое есть в каждом из нас. Это пробужденность, буддовость, Будда. Свойство открытости, исследования, любопытства, интереса к жизни. И поблагодарить то, что мы называем дхарма. Это путь, состоящий из ценностей и смыслов, которые мы воплощаем с собой. Путь, который у нас всегда есть, как потенциальный, то, что мы воплощаем как реальное в своей жизни. Соответственно, поблагодарить себя, человека, воплощающего этот путь, возвращающегося к нему, если мы куда-то уходим в сторону. Хорошо, мы можем еще раз как-то посмотреть в сегодняшний день, подумать, что хотелось бы привносить в него, чем встречаться с этим днем, с тем, что он будет приносить, как встречаться, что воплощать собой, о чем памятовать. Будем завершать. Давайте себя погладим. Обычно по животу сначала по кругу. Чуть-чуть его так разминаем. И потом по всему телу. Как будто бы омывая его. Какие-то участки. Зовут руки, чтобы в них чуть задержались. Может быть. И потом потянемся, еще раскрываясь всем телом. Оглядимся еще раз в этом пространстве, где мы есть, замечая, изменилось ли вот это восприятие, может быть, чуть-чуть как-то поменялось качество видения. И как вы себя чувствуете в целом? По звуку гунга закроем это пространство, 10 минут посвятим творческому отклику.
Я хочу сегодня завершить нашу тему со скандхами. Так напомню, что это такое, что мы имеем в виду под ними. Сейчас я выведу на экраны. Так вот. Пять скандх – форма, рупа, тональность ощущений ведана, представление санджня, опыт склонности, состояние привычки и сознание виджняна. И напомню, опять же, что все-таки, как я, во всяком случае, понимаю эту схему, эту карту, зачем она нам нужна, чем она может быть нам полезна. Вот я выведу эту картинку еще раз. Здесь изображены системы органов человеческого тела. И, я уже говорил, это условность, которую мы выделяем для удобства. Для удобства чего? Для удобства работы с этим. То есть не нужна сама по себе как бы рассмотрение, там, не знаю, сердечно-сосудистой системы, если мы не собираемся с этим что-то делать. То есть у нас есть врачи, специалисты по сердечно-сосудистой системе, которые лечат эту систему, но хороший врач всегда учитывает все остальное. Вот он лечит это, занимается этим, но как бы он знает и учитывает связи со всеми вот этими другими системами. Ну и, соответственно, другими системами все то же самое. Они не существуют в отдельности, и они, вот как я все-таки считаю, что они нам нужны лишь в таком прагматическом смысле, вот, чтобы заниматься лечением. У нас есть другие системы. Вот я тут, как бы это мне, что-то мне сейчас попробую вывести. Нашел я тут другой рисуночек. Вот. Это такая вот китайская система. Все знаете про нее. Меридианы, то, что называется. То есть она другая по отношению вот к этой. Да, это разные системы. Хуже это или лучше что-то из этого? Ну, я не знаю. Я не считаю, что что-то из этого хуже, что-то лучше. Просто системы разные, подходы разные, рождающиеся из взгляда на эти системы, но вот обе работают, как мне кажется, если они продолжают существовать у нас, то есть многие, например, ставят иголки, да, там какие-то вот или акупунктуру там используют. В общем, я лично также отношусь к системе пяти скандх, значит. Просто как такая вот удобная модель, удобная карта для работы с собой. Она родилась эта система еще в раннем буддизме. Ну, в общем-то, считается, что сам Будда это предложил. Возможно, он тоже не сам это придумал, а что она была уже как-то в тех кругах, где он, так сказать, вращался, вот этих шраманов или саманов, то есть людей, занимающихся исследованием себя. Но когда мы говорим, от чего же эта карта, ну, мы можем сказать, что это карта я, карта себя, карта нас. Удобная для того, чтобы с ней работать. Ну, и я вот все время проходил сверху вниз по этой карте. И когда доходил до сознания, то обычно как-то мало про это говорил. То есть в основном я вот сосредоточился на форме и ведании, то есть рупа и ведана. Потому что во многом мы обусловлены этим
Вот когда мы говорим о таком своем положении сенсорического существа, то есть человек, который выживает, занимается выживанием. Этот организм, отдельный от всего остального, мне нужно выжить, соответственно, я выделяю этот объект, полезный, скажем, для меня, вот как чашка чая. Мне он, вот рупа, форму я его вижу. У меня возникает сразу же тональность ощущения по отношению к нему приятно. И следующее уже происходит действие. И если опять же соотноситься с этой схемой, то здесь у меня возникает опыт, склонность пить чай, например, да, пить вот этот напиток, вот я действительно привычка, вот я пью его каждый день, каждое утро. Вы, наверное, видите, что у меня все время здесь стоит этот чай. Ну вот, точнее, у меня там имбирная вода, имбирь с лимоном. Вот я это пью. Есть привычка, я знаю внутренне, запомнил, что это вкусно, это для меня полезно, как я чувствую это так. Вот, то есть я это использую для выживания. Но в этом выживании есть к этому прикреплено, собственно, чувство удовольствия. Да, вот это определение тональности ощущения ведано, что это приятно. Вот. Но сегодня я бы хотел чуть больше задержаться вот на этом понятии виджняна, которое мы переводим как сознание. И тут важно, ну, как-то рассказать, как именно вот в этой буддийской традиции мы относимся вот в контексте именно этого вот рассмотрения пяти скандх к сознанию. Потому что, ну, сознанием можно много чего называть, мы можем в сознании найти много свойств. Здесь имеется в виду очень конкретные свойства, которые я хочу писать. Это писать, сейчас подумаю. В общем, вот так, наверное. У нас, ну вот скажем, у нас есть рука. Рука, да, и у руки есть два основных свойства или модуса, так сказать, вот как мы можем использовать руку. Первый модус – это такой, ну, как бы манипулятивный, что ли, то есть действующий, действенный, да, то есть я беру чашку рукой, вот я сейчас держу чашку в двух руках, я осуществляю действие. В принципе, мне, как бы, если я весь ухожу в этот модус, мне, например, чувствовать чашку не обязательно как-то особо. Да? То есть я просто ее, вот она у меня сейчас стоит на столе, я вижу чашку, вот у меня сразу возникает это рупа, определение, так, объект, желание, исходящее из приятного ощущения, я его беру и сразу же подношу ко рту и выпиваю. То есть я совершаю это действие с помощью руки. И вот это одна функция руки, то есть именно такая функция, функциональная. Брать, держать, что-то делать этими руками, как-то вот манипулировать. Окей, это одна функция. Но вторая функция – это вот функция чувствования. Да, я могу ощупывать чашку и вот чувствовать, она теплая. Она, значит, гладкая. Но если так вот чувствоваться, то есть в этой гладкости какая-то тонкая шероховатость тоже. Но твердая. Ну, в общем, свойства, которые могу чувствовать руками. И я могу как бы погружаться в это переживание. И вот, собственно, у нас есть два эти модуса. И я часто об этом говорю, что вот я начинал свою деятельность такую в помогающих профессиях с телесной работы, там, с массажа. И вот в массаже ведь мы тоже, или вообще в разной телесной работе, можем по-разному подходить к нему. Можем вот механистично, что у нас есть человек как тело, вот, которое устроено определенным образом. Если я заранее знаю, как им манипулировать. Ну, там, например, опять же, использую те же точки акупунктуры. Да, я как бы выучил это. Знаю, что если буду нажимать на них, то, ну, как-то это будет воздействовать.
И могу запомнить последовательность и буду вот механистично нажимать. В общем-то, мне может быть тогда и рука не понадобится, я могу это делать с помощью каких-то предметов. И вот у нас есть там специальные массажные устройства сейчас, да, механистичные. Они вот разминают что-то. Вот в аэропортах кресла такие стоят массажные. Вот сядешь в них, они там тебе что-то такое поразминают. И вот такой вот механистичный подход. То есть можно это делать вот с помощью механики какого-то вот специального массажного кресла или механистического, опять же, массажера, а можно вот так же руками. Это работает. Вот я здесь как бы не особо это критикую. Ну так, критикую, но чуть-чуть. Совсем. Но есть другой способ вот массажа, то есть когда мы в первую очередь чувствуем. Мы начинаем не сразу что-то делать, потому что мы знаем, как. Уже есть выученная схема. А мы сначала входим в контакт, начинаем ощупывать вот, там, тело человека, вот какую-то кожу, вот его там, потом, может быть, чуть глубже идти, проникать в ткани, но именно пока что для того, чтобы в первую очередь почувствовать это, узнать именно через ощущение. Вот здесь очень важно, что два способа узнавания у нас еще получаются. Первый способ — это я знаю, потому что я выучил, ну вот я выучил заранее, что нужно человека брать и тереть вот так вот. Вот называется прием пиления, да? Или там прием сверления. Вот я говорил, что вот советский массаж, куда я когда-то попал в юных своих годах, вот он так, такие вот названия были. В этом советском массаже. Пиление, строгание, сверление. То есть очень механистичное. То есть он, ну, советский массаж, он рождался в индустриальную эпоху, в Советском Союзе, где все было очень механистично. Многое. И, соответственно, там вот люди ходили по гудку на завод. У меня дедушка ходил. То есть все как-то вот так очень, как жизнь такой большой завод. Соответственно, отношение ко многим живым, так сказать, вещам, ну, к живым организмам, к людям, друг к другу, во многом было такое вот механистичное. Это не только, конечно, в Советском Союзе, это вообще, видимо, такой продукт индустриальной эпохи нашей, да, действительно. У нас язык такой появляется, и отношения во многом. Соответственно, вот тогда получается, что и массаж тоже, вот, это как бы сверление, пиление. То есть сам образ, во-первых, того, с чем мы работаем, он такой механистичный, вот это как бревно такое, которое нужно сверлить и пилить. И сам способ узнавания этого. Ну вот я как ремесленник, например, хорошо выучил, как мне нужно сверлить, чем пилить хорошо. Я это запомнил. И, значит, пытаюсь воспроизводить. Вот как на конвейере. Как на конвейере. Вот сегодня бревна появляются передо мной, я их пилю все. Сверлю. Они дальше идут. Это специфическое отношение к объектам, которые мы воспринимаем. Соответственно, вот я уже говорил, что мне повезло встретиться с человеком, который, беря вот всю эту систему советскую в массаже, переделывал ее под живое, под чувствительность. Потому что прежде чем пилить, все нужно почувствовать. И это, конечно же, многое меняет. Потому что, да, прием я могу изучить и его в том числе сделать привычку, как пилить. При этом я это соединяю с этим модусом чувствительности. Вот чувствительность предшествует действию. Чувствительность предшествует действию. И вот почему я об этом говорю, как, во-первых, как о метафоре, а во-вторых, прямо как в том числе вот определенных свойствах. Вот сейчас я еще этот рисунок выведу. Вот, значит, этот рисунок, который я тоже часто показываю.
Точка на белом фоне, как только она появляется, внимание сразу же к ней прилипает, так сказать. Вот он внимание выделяет эту точку как объект. То есть так же вот я, ну, как бы беру, или там скорее вот пока еще не беру, а вот вижу чашку, определяю как объект, вот форму, отделяю ее от всех остальных объектов. Вот он, значит, стоит чашка на столе, рядом с ней компьютер, мышка, там стена, занавеска, окно, вот много чего тут рядом. Я тут как бы рядом. Вот, я это все игнорирую. Вот это все становится неважным. Я выделил объект, одну форму, вот как с этой точкой. Мне все остальное, мне весь фон не важен. Мне все отношения, вот мне, когда я вижу точку, мне ее отношения с фоном не важны становятся. Почему? Потому что я хочу ее использовать. Ну вот конкретно точку я не хочу никак использовать, она нейтральная поэтому. Но внимание все равно туда прикрепляется, потому что она очень как бы ярко выделенная. В смысле, оно внимание выделяет ее само. Вот. А чашка, когда я смотрю на чашку, она мне уже нужна. У меня к ней специфическое отношение. В ней есть эта приятность, содержащаяся в этой чашке. Соответственно, я ее выделяю не просто так, а вот уже с сознанием, что я могу с ней делать. Пить. Ну и вот, вот эта картинка, как у нас получается, что вот возникает, есть глаз, есть объект, и возникает сознание зрения. Так это описывает буддизм. И на этой картинке мы видим, что 5 каналов восприятия плюс 6, который специальным образом, опять же, буддизм выделяет как такую вот систему, с которой мы работаем. Это то, что называется сознание сознания. Ну, то есть, если глаз видит объект, вот, ну, собственно, такой, реальный, да, в яблоко, то потом возникает, точнее, не потом, а вот это очень важно, да, это я неправильно сказал потом, но возникает одновременно. То есть сознание зрения, сознание вот этого объекта возникает при контакте с этим объектом. И вот это очень важно. Вот, значит, как бы это продемонстрировать? Вот видите чашку, да? Все-таки я чашку боюсь, что я разолью. Вот, вот давайте вот этот шарик. Вот видите шар. Да? Шар в моей руке. Рука и шар. В это мгновение, вот когда вы сейчас смотрите на это, у вас возникает сознание, вот говоря буддийским языком, сознание шара, да, сознание там вот, руки, держащей шар. Я убрал, нет сознания шара. Теперь есть сознание там чего, вот лица моего, да, лицо, микрофон, это. Если я это уберу, ну то же самое, это исчезнет, будет останется сознание этого стены. Вот, значит, сознание шара. Сознание нет шара. То есть идеи, которые предлагает буддизм, пока что я вот именно как идею ее вам предлагаю такой вот, не то, что это вот нужно поверить, как что это так и есть какая-то реальность такая. Это рабочая реальность, так сказать. Мы с этим работаем именно. Мы именно это назначаем таким образом. Понимаете, да? То есть это функционально. То есть, когда я говорю, что у нас сознание возникает одновременно с контактом с объектом, то есть, когда нет объекта, нет сознания этого объекта, нечего осознавать. Вот, ну, в смысле, что-то другое является объектом в этот момент. Но вот сознание, оно возникает в контакте с объектом. Вот такое отношение вот к этой виджняне в буддизме. Вот так это назначается функционально. Для чего? Опять же, для того, чтобы с этим работать. Ну вот, и если мы говорим, что у нас есть сознание, вот, например, сознание шара визуальное, вот для вас оно визуальное. Для меня еще есть тактильное сознание шара. Вот я его чувствую рукой, он весит что-то, чувствую вес, он твердый, прохладный. Вот у меня есть тактильное. Если бы шар пах, я ничего не чувствую. Значит, если бы шар пах как-то ярко, я бы определил еще, у меня возникло бы сознание обоняния.
Ну, если бы он был на вкус какой-то, я бы в этом сейчас не буду влезать, он не гигиеничный, да, но если бы я его лизнул, у меня бы возникло сознание вот этого вкусовое. Если бы он как-то звучал, а, ну он звучит, если я постучу сейчас им вот по столу, то сознание звука у меня возникает, сознание вот этого слуха. То есть получается, что в любом случае это вот есть объект, есть канал восприятия, который, или орган, значит, который встречается с этим, и из этого возникает вот это вот то, что буддизм называется виджняна, сознание. Из контакта с объектом. Визуальный объект, тактильный объект, слуховой объект. Всегда есть объект, встреча с ним, восприятие и возникновение этого сознания. Вот. Ну вот это вот понятный пять каналов, когда мы обращаемся во внешний. Ну вот вы смотрите сейчас на шар, да, и у вас есть это сознание визуальное, сознание зрения его. Теперь я убираю, сознания шара нет, а теперь я предлагаю вам представить этот шар, ну как-то вспомнить про него, вот в памяти, да, опять, неважно, насколько ярко, ну, просто вот как только что я держал руку с шаром. Вот просто вот это воспоминание. Вот как-то это у вас воспроизвелось, я надеюсь. Вот неважно, насколько ярко. Просто в памяти это есть еще. Вы помните об этом. Это тоже объект. Это тоже объект. И вот, значит, буддизм считает это тоже еще одним каналом восприятия, фактически. Фактически можем сказать, что буддизм считает, ну, как бы обращается, вот здесь очень важно, он берет эту функцию восприятия и работает с ней. Мы работаем с этим. Вот что у нас есть зрение и восприятие этим зрением. То есть я еще своим зрением ничего не делаю активного, да, я не манипулирую своим зрением объектами, да, я не могу взять и вот своим зрением перенести объект, например, со стороны в сторону. Тактильное, вот здесь с тактильным сложнее получается. Да, вот как я уже говорил, например, у руки есть эти две функции. Она может ощупывать, то есть чувственные функции, чувствительные, а может уже манипулировать. Рукой я могу взять и перенести объект. Я могу взять вот шар и положить его потом на место. Глазом не могу, ухом не могу, вкусом, значит, не могу. То есть это все такое вот именно воспринимающее, именно как, ну, как бы такое, как более пассивное. То есть оно ничего не делает с самим объектом. Делает только вот рука. Только здесь совмещается. Окей. Теперь, а что же вот с этим вот сознание-сознание-то? И вот тут интересно, то, как к этому относится буддизм, точнее, как он предлагает к этому относиться именно в инструментальном отношении. Он предлагает относиться к сознанию, ну и назовите это мозгом, не знаю, вот, если вам нужен орган, то есть мы говорим, что вот глаз – это ведь физический орган, но мы воспринимаем глазом, да? Хотя, опять же, мы воспринимаем каким-то аппаратом, где физичность этого глаза лишь часть, да, вообще-то как будто у нас весь визуальный вот этот вот, там не только глаз, но и, соответственно, в мозгу действительно есть какие-то вот специфические зоны, которые отвечают за визуальное восприятие. То есть это очень сложный такой вот механизм, сложный аппарат. Но и в любом случае вот мы воспринимаем, и это такое более пассивное, в смысле, что оно ничего не делает самим объектом. И вот если мы точно так же отнесемся к самому сознанию, которое определяет, видит объекты внутри. Вот не просто шар, а вот образ шара внутри. С какое-то слово, какую-то мысль о шаре, вот если сознание тоже видит. Здесь очень важный такой шифт, который совершает буддийская практика, именно в практическом смысле. Он говорит, что вот у нас есть внутри переживание, что мы продуцируем мысли. Мысли, чувства, состояния. Вот я как бы решил, там предлагаю, давайте сейчас представим себе этот шар.
Ну и вы вот решаете представить его. И у вас есть чувство, ну, что вы это делаете, да, что вот, ну, вот вы решили, оно произошло. Окей, это у нас тоже есть. Но буддизм предлагает отнестись именно в практическом смысле к вот этому самому сознанию сознания тоже как к такому скорее органу восприятия, качеству восприятия. Что неважно, как это продуцируется, вы решили или оно само там. Ну, потому что же очень много у нас происходит таких вот самостоятельных. А тут мы мысли, я имею в виду. Мы, например, сидим в медитации, все это знают, все это замечают. Сидишь, сидишь, вроде бы, вот я говорю, что давайте мы будем просто слышать, видеть, чувствовать. И потом приходит какая-то мысль сама, не спросясь. Я ее не заказывал, я ее не продуцировал, вот как я, как вот это чувство, что я это делаю. Вот у меня не было этого, да, она мысль откуда-то пришла сама, там это воспоминание ли, это ли мысль о будущем каком-то, или просто какая-то оценка чего-то происходящего сейчас, неважно, вот мысль пришла там, или образ, слово, какой-то внутренний диалог, вот как-то это у нас происходит. И то, что предлагает буддийская практика, это отнестись вот к этому, к самому свойству сознания, как вот, как я говорю, что как будто мы вот ощупываем, вот мы еще ничего не делаем. Это именно практический такой вот, практическое отношение, которое мы стараемся вырабатывать в нашей практике. И, соответственно, оно начинает что-то менять вот в нашем отношении. Ну, как вот я предлагал, это кто был у нас на теплом ретрите, мы пили чай, там, начинали пить чай с такой, с настройки на это. Вот мы как раз брали физический объект, чашку, смотрели на нее какое-то время, трогали ее, нюхали этот чай. Потом выпивали, но выпивали тоже вот, чувствуя, как вкус вот этот, как-то он раскрывается внутри, ну вот в ощущениях. И что тогда получается? Мы переходим как будто несколько в другой модус. То есть получается, что простой вот, или какой-то выживательный модус, он вот ну, такой вот, что на эту чашку смотреть? Я уже знаю заранее, из памяти, что это для меня полезно, что вкусно. И тогда я просто беру и выпиваю, чувствуя, ну, так, как бы, не особо вчувствуясь. Или вообще вот занимаясь чем-то другим, да, и просто прихлебывая этот чай. То есть не особо замечая это. И можно сказать, что это вот есть выживательный модус. Есть я, и есть объект мне полезный. Вот. И, соответственно, в этом... Ну, в этом модусе не было бы ничего плохого, если бы, ну, как бы, мы бы жили так и все, и выполняли бы свои задачи. Но получается, что есть в нем свои минусы. Ну, давайте я покажу эти картинки, которые уже неоднократно показывал. Вот вывожу я на экран эту картинку с клубникой, и у нас, ну, не знаю, у меня, во всяком случае, не знаю, как у вас, появляется вот это сразу же такое притяжение к этому, да, вот у меня там какое-то слюноотделение начинается, и я чувствую этот позыв, так сказать, вот мне хочется, вот желание возникает. Но вот проблема, если я только в этом, мы уже не раз это обсуждали, проблема ведана вот этой, да, если я прикреплен очень внутри этого самого желания, то, во-первых, как бы не все красивое и приятное, что я как приятное для себя отмечаю, не все для меня полезно, может быть. Во-первых, в принципе. Во-вторых, в разных количествах. И вот если у меня возникает эта такая ненасытность, да, вот никак не могу, вот оно, меня это чувство не отпускает. Тогда, например, в небольшом количестве это может быть полезно и хорошо, или там, как минимум, не вредно.
При увеличении количества может быть очень вредно. А получается, что тормозов у меня нет, потому что я внутри этого, очень внутри этой своей реакции. Я хочу, 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 хочу. Да, я хватаю, 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 хватаю. И не осознаю, вот как раз у меня нет этого переживания, чувствования своего ощущения. Вот. Ну и точно так же что-то отвратительное. То есть тараканы, которых я тоже показываю, тоже автоматическая реакция. Вот я их вывожу на экран, и у меня лично сразу же возникает такое бе, такое вот сразу неприятно, да? Соответственно, отстраниться, как-то от них, вот что-то с ними такое делать, убрать как-то их из своей жизни. А как я убираю тараканов? Чаще всего, ну, как бы я их убиваю, да? Вот здесь возникает такая вот уже, ну, дилемма. Вот если я, опять же, внутри, полностью внутри реакции, не осознаю какого-то большего этого поля, так сказать, то я буду это делать, ну, автоматически. И в каких-то ситуациях это необходимо сделать. Необходимо. Ну, вот тараканы это плохо, в принципе, да, когда они живут в наших домах. Они разносят заразу. Для нас это вредно. Это так. Но бывает, что если у меня вот такая вот реакция всегда на таких, например, существ, то в другом контексте я тоже буду ходить их и убивать. Ну вот я помню, просто мне запомнилась какая-то вот история. Я иду по улице, а был период, ну это еще был вообще в Южной Америке, и там был период, как жуков. Их много летало по улицам. Они, в принципе, ну, как бы вот, ну, на улице ты с ними ничего все равно не можешь сделать. Если они там домой тебе залетают, ну, окей, ну, как-то борись с ними дома. Но на улице, в любом случае, их много, и они там как-то вот летают. От того, что ты будешь их ненавидеть, их не станет меньше. От того, что ты будешь там вот убивать вот так вот просто тапком, тоже ничего не изменится от этого. Ну и вот я просто иду по улице, вот эти жучки, они, кстати, довольно красивые, большие, красивые, такие южноамериканские жучки. И безвредные они, в общем, ну как они, вот, вроде бы, ну если они там просто на улице летают, то чего? И вот жук такой вот, он, ну, просто ползет по асфальту и идут мама с мальчиком. И этот мальчик, вот он, я просто запомнил это, как мне как-то отпечаталось вот это вот его просто реакция, как раз как иллюстрация того, что, как это происходит. Вот он видит этого жука и немедленно просто раз его и раздавил. Вот, ну, в смысле, специально. Вот он не случайно, а вот он увидел его, сделал шаг в сторону, чтобы его специально раздавить ногой. Зачем? Непонятно, да, вот как бы в этом контексте совершенно непонятно, зачем его нужно было убить. Вот эта жизнь, вот это живое существо, зачем? И вот в этом есть проблема, когда мы сильно сцеплены с какими-то своими реакциями, исключительно вот это приятно-неприятно, которые ведут нас сразу же к какому-то действию, очень часто необдуманному, очень часто в контексте ненужному совершенно, вот в данном каком-то контексте. Соответственно, что получается тогда? Вот зачем мы вот так берем эту чашку и сидим, смотрим на нее, чувствуем ее? Мы соотносимся с этим объектом как-то по-другому. Вот мы используем вот это свойство, вот этой виджняны, сознание, вот такое еще не сцепленное с немедленным действием. Вот когда мы, значит, разбираем эти все пять скандх, то ну, вот если мы в таком, опять же, выживательном сенсорическом режиме, то вот получается, что очень это какой-то автомат действительно действует. Вот есть это сознание, которое мгновенно, что оно делает? Оно выделяет рупу, выделяет форму. Например, точку. Ну, или вот даже сейчас, если вы смотрите на этот компьютер, ну, или куда там, вот, на этот текст,
Вот ваше сознание, как виджняна, видит текст как объект, да, как форму. Вот форма букв, черные буквы. Сознание сразу выделяет форму на этом вот, на фоне белого. У вас есть, возможно, какая-то тональность ощущения. Не знаю, как вы относитесь к этому тексту. Ну, я лично отношусь сейчас нейтрально. То есть у меня нет сильной привязанности к нему, приятного чего-то. Нет сильной неприятия какого-то. Такое нейтральное с оттенком приятного, да, чуть-чуть. Соответственно, вот это представление, как-то вот ваше сознание сразу же там внутри, ну, обрабатывает это. То есть эта форма, вы определяете, что это за форма. Да? И здесь же появляется уже сразу, ну вот если мы говорим о буквах, буквы складывают слова, слова несут в себе смыслы. Это тоже мы сразу же уже определяем здесь. Вот это санджни вот здесь проявляется как-то. То есть и формирование концепции здесь возникает. И опыт склонности, привычки, соответственно, вот как мы соотносимся со всем этим. Получается, что такой механизм, когда мы берем, ну, вот, чашку с чаем, она приятна. То есть я сразу ее выделил, приятно. У меня есть концепция по поводу этой чашки, связанная с моим предыдущим опытом выпивания, с моей привычкой, и я беру и выпиваю. Все. Ну и вот, как я уже говорил, здесь проблема то, что у меня может не быть тормозов, во-первых, в том, чтобы выпивать это, выпивать и выпивать и выпивать. Приятно тянет, 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 тянет. Точно так же неприятное будет меня постоянно, я буду вот внутри этого, например, убивать всех насекомых, которых вижу, вне зависимости от контекста, надо их убивать или не надо. Второй минус вот такой вот реактивности именно в том, что, ну, как бы тоже много раз я об этом говорил, что мы перестаем видеть окружающее часто, да, что мы настолько сильно влипаем в этот объект, что все остальное перестает существовать. И это тоже нас ограничивает, тоже нас как-то сужает, вот если мы все время ходим по этим рельсам. Ну и часто бывает как раз неэффективно это. Ну, вот действительно, нам, что нам нужно для какого-то другого действия, нам нужно увидеть это шире. А значит, нам нужно быть не внутри реакции уже. Вот. И, соответственно, само качество, вот почему я предлагал вот эти чайные церемонии наши. Ну, потому что если мы вот так как-то очень как-то сонастраиваемся, не спеша с этим объектом, то у нас само переживание какое-то возникает другое. Я думаю, что это не надо как-то специально объяснять. Если вы делали это, вы изнутри себя знаете. У вас возникает какое-то чувство объема, чувство какой-то жизненности, чувство встречи с этим, глубины какой-то. Вот. Это не просто какая-то механика вот для выживания. А вот как раз появляется что-то, какой-то в этом смысл более глубокий, который зачастую объяснить-то нельзя. Ну вот, чем хорошо вот так вот выпить чай, как-то побыть с этой чашкой, как-то все оживает. Вот многие из вас говорят, что как-то все становится живым вокруг нас. Вот все предметы, объекты, они перестают быть чистой функцией, они становятся каким-то проявленным бытием здесь. Ну и, конечно же, вот из этого, если мы переходим в такой режим вот этой чувствительности, то из этого возникает и такая специфическая буддийская этика. Почему этика становится важной частью всего буддизма? Потому что мы не просто как-то с восприятием работаем, с сознанием прям что-то успокаиваемся, а мы действуем же. Мы действующие существа, мы неизбежно действуем. Вот либо мы действуем, получается, из этого режима исключительно выживания, вот этого какой-то своей отдельности, где все тут для меня. Когда вот чашка для меня, тараканы для меня. В смысле, что как? Чашка для меня полезна, тараканы для меня вредны. Они как бы не сами по себе бытия, так сказать.
равноценные со мной, вот по большому счету. А они только для меня тут все. Все становится для меня исключительно или против меня. Тогда я начинаю вот это все использовать именно. То есть из этого рождается определенный этический взгляд на жизнь и определенные действия, определенное поведение. Тогда вот как раз возникает эта неумеренная жадность, например, да, потому что тормозов-то нет внутренне. Если я только в этом, в своих реакциях, то я буду вот хапать, 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 хапать. А что я тогда делаю в этом мире? Но я нарушаю какой-то баланс отношений, да, если я все себе подгребаю, загребаю, не заботясь о том, чтобы у других тоже что-то было. Но это проблема для общей системы, потому что людям это не нравится. Знаете, то есть неравноправие, не такое вот неравное распределение ресурсов, когда оно очень неравное, оно не полезно для обществ. Людям сложно становится друг с другом жить, потому что они чувствуют несправедливость. Почему это у тебя настолько много, а у меня настолько мало? Потому что ведь получается еще у кого большой ресурс, у него и возможностей больше использовать этот ресурс дальше для накопления и еще больше отбирать это у других. А тем это не нравится. Кому это понравится? Они что же из этого режима смотрят? Вот мне. Получается, ну, такая вот проблема, да, что эта система, она не очень устойчива. Не очень устойчива. И поэтому, действительно, вот, когда неравенство в обществах так вот вырастает, то это грозит революциями, грозит сломами. И тогда этот вот человек или эти группы людей, которые к себе вот это все подгребают, они стараются защититься как-то от тех, у которых мало, построить заборы какие-то вокруг себя. Но тех, у кого мало, они рано или поздно придут за вами. Придут рано или поздно. Поэтому, ну вот, соответственно, какие-то более здоровые общества, здоровые в том смысле, которые хотят жить дольше просто, во времени, которые хотят большей стабильности, они это учитывают, они стараются распределять как-то ресурсы более-менее. То есть как бы нужно делиться, нужно, чтобы всем было более-менее нормально. Понятно, что мы не можем совершенно конкуренцию исключить. Вот я говорил уже об этом не раз, что, ну, судя по всему, вот как мы видим этот мир, конкуренция и сотрудничество находятся в каких-то отношениях. Нам нужно и то, и другое. Просто вопрос в балансе этого. То есть, если слишком много конкуренции, тогда эта система становится очень неустойчивой. Да, все жрут друг друга, война всех против всех возникает. Соответственно, нужен какой-то уровень сотрудничества, нужен уровень заботы друг о друге, не только о себе. То есть делиться надо. И тогда это будет сосуществовать. Эти события будут возникать, да, события. И вот здесь мы как раз обнаруживаем тогда вопрос, кто мы такие, да, мы, вот эта тема, которая часто тоже, вот, я это единица или я это общее. Я это и то, и другое, получается. Я это и то, и другое. Я это единица, но я всегда часть целого. И я не просто отдельная какая-то часть. Вот я не в таких мы отношениях находимся, а вот в таких. То есть, если я это, то я и это тоже. И вот об этом мы забываем. Получается, что наша вот эта практика, когда мы просто сидим, просто слушаем, просто смотрим, как бы затихаем, мы приводим себя, мы тренируем такой вот режим, приводим себя в этот режим, когда мы начинаем просто ощупывать действительно реальность, причем вот важно, что это шесть каналов восприятия, что мы ощупываем то, что внешнее, и то, что внутреннее. Сознание, там, зрение, да, вот, камера, компьютер, окно. Сознание, мое воспоминание о том, что я делал вчера, мое представление о том, что я буду делать завтра. Все это возникает, исчезает, все это находится в каких-то отношениях, взаимосвязях непрерывных. Там звук раздался неожиданно с улицы, у меня возникла какая-то реакция, и я осознаю и то, и другое.
Но при этом мы находимся вот в этом, мы стараемся себя в это переключить, такой вот этот режим, такого вот чувствования. Опять, если я вернусь, например, к своей истории, как я делал массаж, ну и продолжаю его делать, мы там ведь тоже можем находиться в этих отношениях такой вот изолированности такой, да, вот есть я как специалист, массажист, положим, есть клиент, который ко мне приходит. И я могу исходить из этого такого переживания, что либо ты тут для меня, либо я тут для тебя, но мы как бы отдельно. И такой, опять же, механистичный такой очень подход может из этого родиться. Я-то с собой сейчас буду что-то делать, вот обрабатывать тебя, это как бревно это. Совершенно не чувствуя тебя, как это вот бытие, как какую-то индивидуальность, как живое что-то. Другое дело, если я вот отпускаю все свое знание на какое-то время, да, вот у меня могут быть хорошие знания, как пилить, как строгать человека. Может быть, вполне. Ну и хорошо, если у меня это есть в руках, так сказать, вот это вот знание. Но я торможу как бы себя в этом. Я начинаю с ощупывания, с узнавания. Как это дышит, это живое. Как оно чувствуется, как ощущается. И в этот момент я узнаю ведь, что я узнаю его, этого человека, тело, но я узнаю свое ощущение еще. Свое ощущение. Это я чувствую, что оно теплое, что оно мягкое или жесткое, что оно какое-то. Это я чувствую. Поэтому я распознаю, да, его тело, вот это как бы внешний объект, но я распознаю одновременно свое внутреннее ощущение. Я распознаю сознание тактильного, вот это вот тактильное сознание. Я его сам вот распознаю. И из этого рождается какое-то мой способ уже взаимодействия с этим человеком, какой-то вот гармонизации такой этого, да, я тут для него, в общем-то, как бы мое желание помочь ему, а он тут для меня, он прям мне за это платит. То есть в любом случае у нас есть эти отношения, ты мне, я тебе, сотрудничество такого, да, но получается, что оно возникает из вот этой какой-то гармонизации чего-то общего. И вот я могу это сказать просто по своему опыту, что вот тот способ работы, когда вот я работал, ну, я сейчас продолжаю просто неактивно, просто вот с близкими, так сказать, от него вот я точно, и многие люди, кто учился этому, там, у меня учился, у других моих там коллег, они говорят об этом, что когда мы вот таким образом работаем с человеком, мы меньше гораздо устаем, и даже если мы устаем там физически, в любом случае у нас есть это чувство вот этой наполненности какой-то, глубины. Вот как, опять же, как, когда мы пьем чай определенным образом, у нас возникает это чувство наполненности, глубины, которое возникает из разворачивания этого контакта. То есть это, ну, как-то очень вот сложно здесь уже дальше словами об этом говорить, но я думаю, что вы понимаете просто из своего опыта, когда вы точно так же пили чай. Или вот когда мы сидим вот просто и обращаем внимание на все эти каналы восприятия, все, что видим, слышим, чувствуем. Ведь мы действительно приходим в какое-то состояние, и вот наши стихи, вот эти наши отклики, почему я предлагаю вообще их писать? Это тоже, ну вот, я считаю это хорошей практикой в целом, потому что, опять, если я нахожусь исключительно в функциональном режиме, то вот я просто что-то увидел там, почувствовал, сразу отреагировал каким-то чисто функциональным образом. Если мы переходим вот в этот вот, ну, назовем это бытийственный уровень, или уровень такой режим, бытийственный режим и режим такого вот чувствования, слушания, такого вот созерцательного слушания, созерцательного чувствования, вслушивания, то есть не хватающего, не сразу манипулирующего, не делающего еще ничего, а вот воспринимающего, то у нас возникает действительно какое-то переживание из этого, если мы какое-то время это делаем, да, мы как-то, вот у нас внутри что-то такое начинает перестраиваться. Действительно, сам этот режим, вот он нас перестраивает, чувствование себя, переживание себя. А потом я предлагаю, давайте сейчас из этого произведем какой-то экспрессивный
экспрессивное действие, то есть экспрессию, то есть уже действие, действие. Вот из этого состояния мы производим это. И мы пишем что-то. Соответственно, когда мы пишем, мы можем видеть как раз вот эту глубину, которая возникает, вот эту вот нераздельность себя и мира. Вот мы же по стихам, по этим, по нашим видим, как это практически у всех так или иначе выражается, что мы пишем, говорим и об этом внешнем, и о своем внутреннем, и о какой-то их такой связанности, об их цельности. Вот здесь вот для меня лично наши вот эти стихи – это показатель того, что мы хотя бы на время выходим исключительно из этого выживательного режима, раскрываемся к этому бытийственному режиму, где мы вместе, где мы вместе с миром, я имею в виду, мы целые с этим миром, не отдельные. Вот есть я и какой-то мой внутренний процесс, который мне наплевать вообще, что там во внешнем происходит. Или наоборот, есть внешний, я вот там, значит, что-то рассматриваю и совершенно не чувствую, что у меня там внутри. Вот это вот, оно начинает дышать как будто бы, да, вот дыхание, оно действительно здесь так тоже метафорически можем сказать, что дыхание – это прям такой вот, ну, образ вот этого обмена непрерывного. Где я? Вот и внутри, и снаружи. Ну, вот этот воздух туда-сюда ходит. Он становится мною, то, что было внешним, стало уже мною. Или то, что было внутренним, уже стало уже внешним. Где тут граница? Нет никакой жесткой границы. И тут получается, что мы как бы начинаем вот так бытийственно дышать с миром. И это могут быть другие люди, другие предметы, объекты какие-то. Мы перестаем чувствовать себя вот этими отдельными, изолированными, которые вот все время используют этот внешний мир для, опять же, себя вот этого внутреннего только. Потому что это нарушает общую гармонию, так сказать. Вот. Если мы входим в этот режим и только в него. Ну, наверное, самый такой яркий пример – это сексуальные отношения, секс. А вот что происходит во время секса? У нас же тоже могут быть очень разные отношения, и язык очень как выражает это. Вот язык, я имею в виду, такой обиходный и часто, ну, как-то неприличный. Потому что с сексуальностью у нас такие вот тоже отношения сложные, так сказать. Там много всяких запретов на эту тему, культурных и так далее. Потому что как раз сложно с этим взаимодействовать. И в сексе там очень много тоже каких-то программ упаковано внутри этого. Кроме программы размножения. Там еще доминирование, там много всего может быть встроено туда. Так вот, вот язык, как, что нам говорит? Вот у нас есть такое слово, неприятное, мне кажется, слово такое «поиметь». Он меня поимел. Ну вот мы говорим это в этом метафорическом смысле, да? Отымел меня. Кто-то меня отымел, кто-то меня поимел. То есть человек вот как раз из этого манипулятивного режима, такого чисто функционального, рассматривает другого как объект своего какого-то удовольствия. Я как бы ты мне не важен как бытие, или не важна. Ты мне нужен как вот этот объект моего удовлетворения. Вот как мне нужна чашка с чаем, я ее могу поиметь. В смысле, вот взял и выпил, поимел чай. Он теперь внутри меня. Мне не важен вкус, мне не важен какой-то бытийственность этого чая. Не важна наша встреча. Мне важно, что ты удовлетворил этот чай, мою потребность. Решил мою внутреннюю проблему, жажду. Я тебя использую исключительно в этом инструментальном смысле. Ты избавил меня чай от жажды на время. Точно так же вот другой человек в сексуальных отношениях, там, не обязательно в сексуальных, вообще в отношениях любой близости, мы можем так вот друг к другу так относиться, да? Все тут для меня нужны. И я тогда всех буду иметь, так или иначе. Да, вот сексуально буду иметь, там, эмоционально буду иметь, еще как-то буду иметь. Вот ты тут для меня вообще-то. А можно перевернуть? Это я тут для тебя. Поимей меня, пожалуйста, возьми меня. Я сделаю все для тебя. Как бы я не важен. И вот получается, что либо так, либо
Так, да. А вот буддийская практика, как я это вижу, как я считаю, там дзенская конкретно практика, она предлагает это, что мы тут друг для друга, не чтобы там иметь друг друга, а чтобы встретиться и быть друг другу, чтобы из этой встречи вот родилось что-то общее, что было бы для обоих, что было бы для этого целого. Что вот не каждый, там, скажем, если этот палец бы хотел поиметь этот палец все время. Вот он все время что-то там пытался с ним сделать, да? Вот такое что-то получалось бы все время. И, к сожалению, у нас такого очень много как раз в жизни, да? Вот наше общество во многом так устроено, потому что каждый переживает себя вот этим отдельным индивидуумом, который хватает все, что видит, чтобы это сожрать для себя. И тогда он как бы относится ко всему, к любой вещи, к любому живому существу, к любому человеку. Вот так, с такой вот точки зрения. Ты тут для меня, что ты тут можешь? Ну-ка, давай, сделай что-нибудь для меня. И, понимаете, это вот как бы плохая этика, как мне кажется. Плохая. Ну, в смысле, что не являемся мы центрами Вселенной. Ну, потому что, действительно, вот в этом проблема, как раз я уже говорил об этом неоднократно, что вот мы так, опять же, запрограммированы, что вот я в центре, куда бы я ни посмотрел, все вокруг меня. То есть я центр. Это, вот мы так переживаем это. И тогда из этого центра я буду в этот центр все тащить, манипулировать всем. Чашками, людьми, с другими существами, вот деньгами, чем вот любым ресурсом, вот дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне. А для вас что? А мне не важно. Вы мне не важны, потому что вы все тут для меня только. И из этого рождается определенное поведение, из этого рождается все, из этого рождаются войны, например, да? Потому что вот вы тут для меня, вообще-то. И вы оказались не такие, как мне нужно, чтобы вы были. Вот украинцы оказались не такие, как они нужны там, Путину конкретно и каким-то еще вот этим людям, которые около него. Вот вы не такие люди, как нам нужны. Вы должны быть русскими. Да, он же говорит, что все время, что нет такой нации, украинцы. Мы все тут русские. А вот это, что вот они просто неправильно, они как, и мы их поэтому сделаем русскими, а если не сделаем, то убьем тогда. А какой еще выход? Вот какая этика у нас рождается. И тогда войны неизбежны, вот если из этого исходить, да, что тут все тут для меня, и все должны быть для меня только. Ты в политике и в быту, во всем. Соответственно, вот что предлагает буддизм. Но там предлагает, во-первых, вот зачем я сегодня эти 5 скандх, и не только сегодня. Что нам нужно вообще понять себя. Нам нужно всматриваться, из чего мы сделаны, из чего мы состоим, что нас драйвит вот именно. Да, вот как вот, что вот если я переживаю себя, это в центре, все вокруг меня, у меня ко всему вот это отношение приятно, неприятно, и я хватаю, 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 ну, так я устроен. Вот здесь очень важно тоже вот это отношение, что это не мы не это не потому, что мы исчадия ада какие-то, да, вот такие мы злыдни. Нет, это потому, что мы вот так устроены, мы это не выбрали для себя. Но это не значит, что для лучшей жизни своей мы не должны это перестраивать. Вот получается, что действительно мы не можем как животные уже. Мы люди. И поэтому этика и появляется в человеческих обществах. Да? Почему вот 5, ну вот даже 4 хотя бы, да, взять основных принципов, которые есть действительно практически в любой духовной традиции. Не убивать, не врать, не воровать. Потому что как раз она нам дает какой-то другой фрейм. Потому что если я вот только здесь центральная фигура и все остальное для меня, да тогда я буду убивать просто. Ходить и убивать всех. И жрать это, жрать это. Убивать и жрать. Жрать, убивать. И хапать себе. Я буду воровать. Опять же, пойду и отберу. Отожму, так сказать. Вот это вот слово еще. Отожму. Вот.
отжимают сейчас там все друг у друга. Я буду врать, чтобы как бы опять же перехитрить всех тут вокруг себя. Но долго ли я смогу? Ну, если я вокруг себя построю эту стену, если все... То есть мне тогда придется действительно строить вокруг себя стены и в основном накапливать силу. То есть тогда получается этика, ну, точнее, отсутствие этики, я это называю, но оно будет все на основе силы. Вот кто сильнее, тот и прав. Кто больше ухватил, тот и прав. Но система так не живет. Вот здесь парадокс. В этом почему буддизм говорит, что проблема... Ну, как бы, три основные проблемы. Жадность, ненависть. Но жадность, ненависть — это скорее уже следствие того, что мы плохо видим реальность. Как раз, что мы замкнуты сами на себе. Что нам кажется, что мы вот эти вот изолированные, что мы единицы, а не части вот этого общего. Что если я осознаю, что я часть общего, тогда мне придется заботиться об общем. Мне придется заботиться не только о себе, но и вот об этой общности. То есть мне придется делиться, мне придется вкладываться в это. Мне придется соблюдать, ну вот, не врать, не убивать, не воровать, потому что иначе системе будет нарушение, иначе мне не будут доверять другие. Они тоже будут то же самое делать. Они будут пытаться меня убить, пытаться у меня украсть, пытаться меня обмануть. Да это тот мир манипуляций, мир вражды вечной. И он не может жить долго, ну как система. Поэтому это эти государства, которые основаны на насилии, на обмане, на манипуляциях, они в принципе долго не живут. Вот на этом вот, когда власть задерживается у одного человека надолго. Вот почему демократия это, ну вот мы говорим, вот там Черчилль сказал, демократия это плохое устройство общества, но вообще-то самое лучшее из того, что у нас есть. А почему? Да потому что мы видим, что демократии, вот в силу того, что мы можем передавать власть, что есть определенная защита законом, да, потому что получается, какая проблема у диктатора? Ну что он же боится? Вот только-только он отпустит эту власть, только он эту стену как бы выйдет из-за стены, его тут же убьют другие, ну как бы убьют и семью его, и все, отнимут все, что он у них нахапал уже. Потому что такие же его окружают люди-то. Получается, что нам нужна какая-то организация другая, например, нам нужен закон, защищающий всех одинаковым образом. Он говорит, что вот смотри, вот у нас есть такие-то правила, вот ты действуешь так-то, и вот, например, ты занимаешь там должность в течение там двух, ну там, какие там, 8 лет, 5 лет, 4 лет, сколько-то, а потом ты уходишь, вот уходишь по-любому, и другой приходит на твое место, но тебя не трогают. Вот дальше. Мы так договорились. Вот ты спокойно уходишь, другой занимает это место, а ты продолжаешь жить. Вот тебе нужно как-то с этим смириться. Вот смириться, что ты снова, ты перестанешь быть вот этим, значит, шишкой тут на ровном месте. Ты снова станешь ровным местом. И тогда эта система как-то вот она поддерживается. В принципе, она более стабильна, более устойчива. Естественно, конечно, огромное количество вот этих факторов, которые там как-то движутся, меняются. Но, в принципе, можем сказать, что такие системы более устойчивы, чем те, которые основаны на насилии и на вот этом узурпировании власти. Потому что рано или поздно придут вот этот вот, ослабнет этот властитель, и все, будет революция, опять будет вся перестройка, какая-то вот такая крэш этой системы, и все, и дальше. И точно так же, вот, ну, мне кажется, это в любых сообществах так, в маленьких, в больших, в семьях, где угодно. Где угодно. То есть система, построенная на насилии, она долго, в принципе, не живет. Она живет какое-то время, пока есть сила вот эта. Соответственно, что предлагает буддизм и почему он исходит из этого, ну, как бы, полезности вот этого обнаружения, как мы устроены. Тогда, когда мы обнаруживаем свои вот эти, так сказать, слабые стороны, ну, вот эту вот сцепленность, захваченность выживательными инстинктами исключительно только, тогда мы можем
освобождаться от этого, переходя вот этот режим, другое учитывание, там, скажем, общих интересов, да, если мы говорим, что вот где можно делиться, чему, и почему поэтому в буддизме становится важным, например, практики сострадания, там, кроме практик осознанности, практика сострадания, потому что мне нужно соотнестись с другим человеком, мне нужно, да, вот, ну, с другим существом, не только человеком. Нужно его услышать, его боль, да, как-то понять, разделить и услышать эту наше единство в этом, что мое страдание – это не только мое страдание, что страдают вообще-то все. И можем, если облегчать страдания, то для всех. Вот. Но здесь возникает, конечно, вопрос такой важный. Вот, когда я говорю, что вот, окей, мы стараемся воспроизводить эти этические там правила просто как фрейм, как такой вот, как направляющий, как я уже говорю, направляющий, в котором мы стараемся следовать. Но в реальных ситуациях мы сталкиваемся с разным. Ну, то есть я могу вот следовать этим правилам, как желать этого, да? А другой не будет это делать. Другой придет, вот убивать меня просто придет. Ну, я считаю, что в этой ситуации мне нужно соотнестись с ним вот так, как есть. Вот, например, если вот я рассказывал про того мальчика, который раздавил жука. Вот зачем нужно было раздавливать ему жука? Жук ему что-нибудь сделал плохое? Он просто рядом полз. Не сделал ничего жук плохого. Не надо его убивать в этом контексте, в этой ситуации. Но если бы этот жук атаковал мальчика, ну, может быть, пришлось бы его убить. Это как я вот рассказывал про блох, который носила моя кошка. Она, ну, как бы от блох страдала кошка, страдали мы, их нужно было убить, да. Но если блохи где-нибудь живут не на кошке, а где-то там на улице, что я буду ходить и убивать всех блох подряд? Нет, не буду. То есть вопрос, ну, вот это вот соотнесение с этим, соотнесение, реального соотнесения. И поэтому вот буддийская этика, она, можно назвать ее так, феноменологическая или такая вот. Ну, то есть вот есть феномен, мы с ним реально встречаемся. Мы не стараемся это абстрактизировать. Вот что у нас есть, да, не убивать, не врать, не воровать, это как направляющие такие базовые, но в каждой конкретной ситуации, встречаясь с жизненной сложностью, нам приходится делать какой-то выбор. И бывает, что приходится и убивать, бывает, приходится воровать, бывает, приходится и врать. Ну, то есть всегда это какое-то решение, которое мы находим в этой сложности ситуации. Ну, то есть, скажем, если мне нужно защитить себя, мне придется, может быть, убить. Но нападать, скажем, я не буду, исходя из из этого видения. Потому что для меня цена вот это событийственность, потому что, опять же, я знаю, что событийственность живет дольше просто и лучше. Вот когда нам двоим лучше в системе, обоим, тогда, ну, нам просто лучше, вот и все. Потому что если только мне хорошо, а тебе плохо, система не будет жить, потому что рано или поздно ты скажешь, а что это тебе хорошо, а мне плохо? А ну-ка, дай-ка мне теперь хорошего. Тогда он захочет у меня это просто так же отнять. Мое хорошее. Вот, поэтому вот эта направленность буддизма, она вот на это гармонизацию. Что не для меня или для тебя. Не ты тут для меня или я тут для тебя. А мы тут друг для друга. Ну, почему, например, я в нашей с вами практике предлагаю об этом вспоминать так или иначе, да, мы благодарим там, друг друга. Сама благодарность, она нас направляет к этому качеству. Мы тут уже друг для друга. Вот не пришли бы вы, не пришел бы никто, я бы не смог, я бы ничего не проводил. С кем я буду проводить? Зачем мне? Ну, как бы я бы сидел бы сам там с собой. Мы созависимы, мы нужны друг другу, мы создаем это из событийственности. Вот наше сообщество для меня это пример такого вот. И мы действительно живем вот 2 года уже каждодневных встреч. Я действительно очень искренне, абсолютно искренне благодарен вам, очень сильно благодарен, что вы приходите все эти 2 года. Ну вот кто-то позже присоединяется, кто-то
приходит, уходит, неважно. Главное, что сообщество продолжается. Именно из этого желания делать эту целостность, делать ее с собой. И здесь очень важен тогда, важна наша включенность. Да? Вот, там буддизм часто так вот обвиняют в какой-то пассивности, но пассивность... Нет, мы просто вот этот вот режим, который мы воспроизводим в медитации, в нем есть пассивность, но это только часть общего пути. Вот в любом случае, чтобы нам сюда прийти, нам, ну это же большое усилие, вот мы 2 часа сидим тут. Что это время, это энергия, это вот нам нужно в это вкладываться, мы делаем это, но в определенном режиме. И учитывая эту цельность, мы для нее как здесь. И каждый из этой цельности получает какое-то свое добро. И у нас, получается, есть общее добро, и у каждого из него какая-то своя частичка. Вот на это как бы направлен этот буддизм, и вот в эту систему как раз общую встраивается эта карта 5 скандх. Она лишь нужна нам для того, чтобы лучше различать, как мы работаем, что происходит, и как с этим мы можем работать, да, как мы можем исследовать это и выходить за пределы этих обусловленностей, вот эти режимы выживания, оставляя его, но при этом расширяясь к чему-то большему. Вот. Ну, вот, пожалуй, все, я что хотел сказать. Завтра я предлагаю это обсудить уже, вот, какие-то ваши отклики дать на это. Как вам эта система вообще тоже, в чем-то она помогает прояснению контекста нашей практики, зачем это и как это встраивается в жизнь вообще, что не только у нас есть вот медитация и все, а вот все-таки это связано с жизнью в целом. Ну и я думаю, что еще эта тема, она там, ну вот у меня есть некоторое развитие, это что-то 5 скандх, это, как я уже сказал, появляются в раннем буддизме. Похоже, сам Будда это предложил, эту систему. И она там продолжается в своем ключе, в Тхераваде, например. Дзен мало это использует, но использует частично. И вот дальше я бы хотел перейти, как, собственно, в дзен мы дальше этим работаем, что мы если еще там что-то более глубокое, чем вот я вот это все описал сейчас, вот, мне кажется, есть. Ну, во всяком случае, я это обнаружил. Хорошо, давайте я прочитаю, что мы написали. На этом закончим на сегодня. Алексей, за место под деревом Будде спасибо. Все живы, здоровы и молоды. Там закаты, восходы, дожди и невзгоды сменяют друг друга, а мы все сидим. Я написал, в голубом небе желтый подъемный кран. Над ним облако тает, под ним дома. Один тоже желтый, другой зеленый. Я сижу в комнате, смотрю в окно. Выдыхаю себя в небо, вдыхаю в себя небо. Выдыхаю небо в небо, вдыхаю себя в себя. Кран поворачивается. Владимир, не весна. Куда подевалось солнце? В туманной дымке иду на ощупь. Из тяжелого сна, из суеты тревожных мыслей всплыл к тишине настоящего. Благодарю за практику. Катерина. Дыхание открылась бытийная тишина, пока за стеной храпел сосед. Утро. Ольга. Вдох-выдох. Отпускание мыслей клубящихся. Больше воздуха, больше пространства для жизни. Аня. Ветер, огонь и вода. Приземляются, когда я сижу, допив глоток из чашки и выдыхаю. Адити. Прозрачное небо, прозрачный воздух, прозрачное дыхание и тело, прозрачный взгляд в никуда. И больше ничего. Но, похоже, это все. Аня, благодарю за практику и разговор. Всего доброго и хорошего дня. Лара. Окунуться в тишину, шагнуть, нырнуть, поплыть, вернуться в светлые полоски неба. Саша, люди любят свои скандхи. Да. Лара, благодарю за эту встречу. Что-то очень хорошее произошло во мне сегодня. Благодарю всех. Спасибо. Что, можем выглянуть? Спасибо за встречу.
Значит, предлагаю завтра обсудить дальше. И счастливо. Всего вам доброго.